Вот еду по улице Куйбышева. Такая же картина с грязью. Поворот на Красного Урала. Сейчас вот заодно хочу показать, как улица Красного Урала выглядит. То же самое. Посмотрите, какая грязь среди бортиков. Вдоль бортиков. Же вообще никто не убирает. Вот посмотрите. Куча листвы, грязи. Вот я помню хорошо времена, когда просто машина приезжала с рабочими и с лопатами. И они это лопаточками подчищали прям по бортикам. Посмотрите, что. Вот такое чувство, что годами не убирают. Просто годами. Листья вообще никто не трогает. Во! Вот человек живет, ездит на машине или ходит пешком. Его глаз должно что-то, ну, если не веселить, то хотя бы не вызывать негативных эмоций. А здесь какие эмоции могут возникать, когда ты видишь такое? Вот и вновь выехал на Комсомольский проспект. Тут, конечно, не проезжал вчера. Вот проеду, здесь еще покажу. Комсомольский, Красного Урала. Ну вот тут хоть что-то кучки подсобрали. Вот видите, да? Кучки подсобраны немножко. Я не знаю, их, наверное, планируют вывести, эти кучки. Хотя непонятно, что это. Вот такая картина осенняя. Пока не выпал снег, я поэтому и решил это заснять. Что-то вон там, вид какой-то уборки хотя бы тут есть. Спасибо на этом.